мы немножко лоханулись в нашей стройке. Поленились сразу, не сделали укосины. У нас начало все это дело коситься. И мы стали делать укосины. Сразу прям вот эта стена уже зафиксирована сейчас укосинами. Сразу конструкция стала стабильной. Нужно было, конечно, на начальном этапе сделать эти укосины, чтобы не было последствий. Ну вот сейчас основная задача как-то вот эту конструкцию укрепить. Не знаю, как здесь мы будем делать укосины эти. В любом случае нужно начать делать крышу, поторопились однозначно, не сделав никаких вообще укосин абсолютно. Будем сейчас как-то исправлять свой косяк.